Уважаемые избиратели, дорогие сочинцы, в воскресенье 14 сентября состоятся выборы главы муниципального образования. Избирателям города предстоит избрать мэра Сочи. Выборы – это проявление гражданственности каждого из нас, осознанное и ответственное участие в жизни города. На этих выборах в участковых избирательных комиссиях работают 2460 сочинцев. Более половины из них выдвинуты в состав комиссий различными политическими партиями. Для повышения доверия избирателей к процедуре выборов на всех избирательных участках города установлены прозрачные урны для голосования. Для выезда к избирателям на дом участковые комиссии будут использовать прозрачные переносные боксы. На 10 избирательных участках города размещаются автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней. За ходом голосования и подсчетов голосов будут наблюдать более 2000 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой информации. В день голосования на участках будут дежурить более 500 работников правоохранительных органов, обеспечивая порядок и безопасность избирателей и членов комиссии. Организаторы уверены, что выборы пройдут в спокойной обстановке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. За последние годы Сочи очень преобразился. Мы вместе со всей страной провели самые яркие игры, подтвердив статус олимпийской столицы. Имея значительное наследие Олимпиады, у города появилась прекрасная возможность стать круглогодичным курортом мирового уровня. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Ваша поддержка нужна, чтобы всем вместе продолжить начатые преобразования, чтобы на каждой улице, в каждом доме и в жизни каждого сочинца происходили перемены только к лучшему. 14 сентября с 8 до 20 часов двери всех избирательных участков будут открыты для вас. Я убеждена, что сочинцы проголосуют за стабильное благополучное будущее для себя и своих детей.